Всем привет! Сейчас будем смотреть, как ламповый напольный гитарный прям скримбуст у нас работает. Значит, здесь у нас хайгейн и клин, два канала. На хайгейне громкость высокие, средние, басы и гейн. Гейт, тумблер есть. На хайгейне у нас идет еще буст. Вниз всегда включен, посередине всегда выключен. И вверх включается с этой кнопкой скример, которая написана. Чистый канал, громкость, высокие басы. Со скримером у нас связана с этой кнопкой громкость. Вот когда она влево до конца, она не влияет. А по мере поворота она на перегрузе у нас будет прирост громкости, если нажимать кнопку скример. Также у нас влияет вот этот гейн. Это скримера гейн. Если его убрать на 0, то скример не будет работать. Только, допустим, буст, если его назначить. А вот эта громкость на перегруз всегда будет работать дополнительная. Ну давайте смотреть, как работает чистый канал. Слабый брайт. Полный брайт. Скример. Громкость уберу. Скример в основном для подъема чистого звука, можно солировать чистым звуком. Теперь перегруз. Без ничего, без скримера и без буста. Сейчас скример. Эта кнопка сейчас будет включать буст. Теперь вместе со скримером и буст, и скример эта кнопка будет включать. Для соло. Гит. Спасибо за внимание.